Привет, с вами Старвар Воробьев. Сегодня мы будем снимать. Мы уже снимали сегодня видео «Вызов духа Винни-Пуха». Мы снимаем вторую часть. Да. Так, если вы забыли, то его зовут Макар. Мы пришли ко мне домой, там снимать видео, посмотреть, поиграть в компик. Ну, понятно. И что вам для этого надо? Надо взять яблоко. Вот, самое обычное. Нигде ничего не надкусанное. Ай. Бля, давай быстрее. Потом. Написать Винни-Пух. Поставить яблоко. И сказать 3 раза. Винни-Пух, приди, Винни-Пух, приди, Винни-Пух, приди. Забери наше угощение, забери наше угощение, забери наше угощение. Все. Мы вызвали его. Теперь поставим камеру вот сюда. Так. Сейчас. Ой, подожди, давай посмотрим. Обзор нормальный? Да, обзор. Так, все. Мы пойдем. Мы пока пьем чай там. Все, давайте, до свидания. Сейчас. Минут через 5 надо уже быть.
Все, мы пришли, ребята. Яблоко тут, но оно сдвинулось, смотрите. Оно сдвинулось. Оно было вот тут, вот, ну, вот такой вот стороны. Или мы, нам кажется... Но... Или оно, мы пришли, вот так вот было. Короче, серьезно. Ребята, смотрите сами на видео, но вроде ничего. А почему здесь? Не понял. Почему медведь? Ну ладно. Давай, ну, всё. Посрать. Все, кончай. Все, всем пока. С вами был Сарварс Воробьев и Макар с другого канала. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И на месте Тарни.